Бурные ручьи среди зимы потекли сегодня по улице Эльмени в Чебоксарах. По данным ЕДДС, авария произошла в системе холодного водоснабжения. На водоводе разошелся шов. Специалисты прибыли на место спустя 5 минут. И вот как нам прокомментировали эту ситуацию на водоканале. Авария произошла на энтузиастов 21, на водоводе диаметр 500 миллиметров. Водопровод был отключен согласно нормативу. Все потребители практически с водой, кроме магазина энтузиастов 21. Значит, авария устраняется, все идет по плану. Отметим, что всего за минувшую морозную неделю в столице зафиксировано 4 функциональных отказа в работе коммуникации водоканала.